Потом можно поесть на 169 бат, то есть 169 рублей в Паттайе, в Таиланде. Так, вот эти два куска мяса, это говядина, это соус. Из чего этот соус? Горчичный с укропом. Горчичный с укропом соус. Так, сейчас попробуем. Ничего, так нормально. А это что такое у нас? Грибной. А нет, как бы, по-моему... Грибной соус. В общем, как бы перечный должен быть, наверное, они... В общем, грибочный какой-то тоже соус. Вот такой салатик. И картофанчика немного. И также вот этот суп. Этот суп у нас называется... Тоже грибной, да? Что-то они тут с грибов, все из грибов сделали. А там такие маленькие белые. Ничего, вкусно, нормально. Вот это стоит 169 бат. Так, а вот эта порция... 99. Практически то же самое, кроме без супа, стоит 99 бат. Кусочек хлеба. Соус, мясо, говядина. У меня мясо худшего качества. Да? Почему? Другая вырезка. Почему? Ну, это разные вырезки. Ты уверена? У тебя лучше, да? А почему ты так думаешь? У тебя филе миньон, типа. А-а-а. А у меня просто обычный. Ага, ничего себе. В общем, друзья, это оказывается, если мясо больше, значит качество хуже. Да, в основном так и есть. Ну что, пока это все. Смотрите обзор ТВ.